Еще 135 миллионов рублей выделят Дагестане на борьбу с коронавирусной инфекцией. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства республики Абдулфатах Амирханов. Из них более 96 миллионов пойдет на вакцинацию и 39 миллионов рублей на проведение работ по дезинфекции в очагах коронавируса. Средства Министерства здравоохранения Дагестана на эти цели выделены из резервного фонда правительства республики.